Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на втором дне Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Павлов Юрий. Представляю компанию «Сырмейстер», сыроварня, город Вологда. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас номерований сыра, какой сыр твердый, полутвердый, мягкий. Все очень интересно. Мы небольшая компания и производим натуральный сыр. Самая принципиальная позиция – это вот делать, вот не добавлять ни консерванта, ни ускорителя роста, ни красителя, абсолютно ничего. И производим мягкие сыры, полутвердые, твердые. То есть небольшая линейка, но тем не менее, вот еще раз скажу, принципиальная позиция – это натуральный сыр. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас наименований? Сейчас мы производим 7 наименований, то есть это 4 наименования полутвердых и 3 наименования мягких. Вот у вас в руках вижу упаковочку, очень красивую и яркую, бросающуюся в глаза. Расскажите немножко о ней. Это наши одни из топовых сыров, французский фермерский сыр Сен-Полен. И наш собственный сыр – это «Сырмейстер». То есть наше собственное производство, наша разработка, технология, то есть вот как-то так. Расскажите, пожалуйста, вы уже представлены в ритейле, в маркетплейсах, или вы приехали на нашу выставку для того, чтобы познакомить ритейлеров со своим продуктом? Мы, да, уже представлены в ритейле. Не в большом, то есть еще раз скажу, что мы маленький производитель, и даже с федеральными сетями, как ни парадоксально, мы уже стали работать. Это с такой федеральной сетью, как «Магнит». Мы представлены в гипермаркетах, на фермерских отделах. У них интересный стал проект развиваться, вот, фермерский. И мы в гипермаркетах и части мини-маркетах представлены. Начали работать с федеральной сетью, такие как «Мираторг». И работаем с местной региональной, это «Зорька Милка». Замечательно, это значит, что конечный пользователь, покупатель и потребитель сможет оценить по достоинству ваш продукт. И я надеюсь, что в ближайшем магазине от моего дома я скоро смогу найти эти продукты, если не могу найти прямо сейчас. Да, конечно. Особенно вы можете нам написать в соцсети, и мы обязательно вышлем вам список. Конечно, это не широкий выбор магазинов, это очень узкий и небольшой. Опять же, даже федеральные сети брать – это ограниченный список магазинов. Но тем не менее, мы развиваемся, и все это видят. И федеральные сети сейчас стали видеть в том, что доля потребителя, который хочет, ищет натуральный продукт, он растет с каждым днем. И это замечательно. Спасибо большое. Мы пожелаем вам удачи в вашем деле, вкусным и полезным. До новых встреч. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Всего доброго.